Готовим мы очень серьезно. Тренер. Сначала мы первый круг боролись с тренером, потом он мне подгонял парней. Я с ними по минуте боролась, с 6 парнями подряд. Для меня это очень серьезно, тем более тренер меня так поддерживает, сам борется, показывает. Все рассказывает досконально. Эти соревнования ежегодно проводятся где-то в каком-то районе или городе. Вот в данный момент, в этом году, проводятся они в городе Чистополе. Чем больше проводят соревнований, тем больше уже исправляются ошибки и уже проходят на должном уровне.